Сегодня вот такие вот помощники у нас для того, чтобы снимать велосипедное видео. Мотор! Привет всем! Вы на канале Дяди Вова. Сегодня у нас будет распаковка, краткий обзор и монтаж мечты идиота, а именно лежака на руль велосипеда. То есть я дождался, мне пришла вот посылочка. Вот такая вот. Ну прямо что, распаковываю и рассказываю. Значит, заказывал, я не знаю, что внутри, заказывал я чистокровного китайца. Это не подделка под какой-то известный бренд. Чекиджан? Да, я брал у Чекиджана, ссылочка будет. Цена вопроса составила 30 американских условных единиц. Вот. И это получилось в 3 раза дешевле, чем брать в наших магазинах. Это тоже name бренда. Mm-hmm. Вот ссылочка есть, я там читал описание, короче, там же тоже все со смеху катались. Вот. Топик, который? Там описание. Ага. Описание самой сути предмета было, значит, на русском, но перевод непонятно с какого, скорее всего, с китайского. Бренд неизвестный, но все же бренд, как они мне сказали, продавцы. Вот. И цена вопроса была что-то в районе 90 баксов. 90 баксов, вы меня простите, за кусок дюраля нонейма. Но я взял за 30. Сейчас мы посмотрим. Может, я тоже просто волосился, как говорят, у вас ручки есть. Вот. Значит, мне кажется, что лучше брать ОМ, китайский чистокровный бренд. О, сыненьки. Да. Это карбон сразу? Карбоновый углерод. Ух ты. О, за карбоновый углерод 30 УЕ. Это... 30 УЕ. Это очень даже интересно. Там, значит, дюралевый алюминий. Вот это помощник очередной. Этих помощников очень много. Да, но этого я привез сегодня сам, потому он, не, он напросился, я взял. Да? Ну, а без меня ты не приедешь. То есть он настолько категоричный. Как он тебя построил вообще? Кстати, она, да. Она, кстати, она вчера именинница была, да. Принимала поздравления, торкис. Она сегодня заслужила покататься. Дама, ей не заперечишь. Так, да. Понятно, я вообще-то ее побаиваюсь. А не, она добрая. Как когда показывать, чтобы было все видно. Так, ну что там видно? Видно синенькое. Ну, JB Bicycle. Синенькое, я не знаю, какой здесь. Да, JL Bicycle. Вот, мне кажется, что немножко не то, что я заказывал. Monocoque Carbon MTB. А почему МТБ? Интересно. Ну, без понятия. Такое дело. А ну поверни немножко ко мне с цифрами, буквами. Что-то напиши. RXL SL. О, SL это доставляет. Ultimate Performance это еще больше доставляет. О, тут крепежи. Все, все на велкро. Бам-бам. То есть снял, постирал. Хорошо, в принципе. Ну что ж, замасливаться будет однозначно. Жирными вовыми руками. Ну вот, собственно, ну, такое. Ничего так выглядит. Вот крепление, главное, чтобы было хорошее, да? Это дюраль. Я не знаю, оно, что... Оно и вкручивается в дюраль, правильно? Оно вкручивается в дюраль. Боночки такие, да? Да, боночки. Ну, в принципе, так это правильно. Логично и правильно. Я думаю, что с монтажом этого лежака на руль велосипеда справится даже беременная девятиклассница, потому что вот, ну, все же просто. Ну, взял, да. Открутил, оно поставили не выпадает, если с этой стороны. И надо полагать, там тоже дюралька. Мы сейчас поставим его, но... Два болтика под четверку шестигранник. Угу. Ничего тут такого нету. Это отверстие для чего? Это чтобы звук был такой, когда слишком быстро едешь. Какая-то внутренняя проводка, там вывести можно эти переклюки туда на конце. Так, ну что, сейчас большое разочарование меня постигло. Нужны резинки. Сразу говорю. Во-первых, нету резинок, а во-вторых, оно... А ты не распаковал, может, где-то еще есть в конце? Нету? Ну, в конце распаковки. Я не вижу, еще одна эта штука есть. И... Может, нету резиновых проставок, но не знаю, карбоновый руль было бы впадло царапать. Это раз. И во-вторых, они не подходят под диаметр моего руля. Упс, так и дейзи. Так и дейзи, да, вот. А что ж такое? Теперь что, мы попробуем? Длину рук хотя бы, да? Давай. Попробуем длину рук. Опа! Все-таки она упала. Она все-таки упала, мы это сделали. Какой-то приступ рукожопия, я просто разволновался по той причине, плагин подвисает.
Не, это скачай обновление. Конкретная рукожопия, и я просто разволновался. А теперь по той причине. Надо это снимать, получается. По той причине, что. А вы сейчас взломаю, не хлюсь. Что не в размер. Я ведломаю это все. О, не снимай себе ломы. Да. Ну, вот можешь списать на рукожопие. Давай, подержи. Спасибо большое. Так, ну что? Вот, если мне это должно нужно побольше. А тут тоже не будет, потому что слишком близко к этому. К рулю. Да, ты не будешь так играть все равно. Не будешь? Ну, указывай мое лицо, я сейчас буду плакать. Я не знаю, стоит или стоит снять потом продолжение этой эпопеи. Благодарю за внимание. Кошки, собаки, эти коты, лайки, маламуты и все прочие животные, там звери. Бай-бай. Приветствуется, то есть. Лайкайте, ребят. Всем привет, дамы и господа, это вторая часть видео. На видео видно мой велосипед, именно уже мой велосипед с установленным лежаком на руле. Значит, что я сделал? Снял я свой руль карбоновый из карбонового углерода. Вот так вот. Взял вот такие вот кусочки. Вот такие вот кусочки трубы. Это труба высокого давления для воды. Отрезал, понятное дело. И разрезал. Я сейчас покажу, как это все монтируется. Вот, поставил свой дюралевый руль, который был и раньше. Поставил старую обмотку. Ну, она, конечно, требует замены. В магазинах не продается. Вот, и вот так вот выглядит теперь мой велосипед, руль с лежаком. Выглядит просто бомба. Все в цвет бело, черно и голубой. Не синий даже. Вот так вот, вот он выглядит. Возможно, я его поставил немножко шире, но я только что проехался. Значит, вот у меня такой был расчет 11 на 50. Ну, очень прикольно ехать. Сложного ничего нет. Просто сел и поехал. Перекид хвата отсюда на пистолета происходит достаточно быстро. Особых каких-то тренировок не нужно. То есть все нормально. Так, а теперь, собственно, сам лайфхак поближе. Вот так вот выглядит труба. Возможно, дело в чем. Вот этот вот диаметр 31,8. И оно заточено, чтобы становиться вот сюда вот. Но если поставить здесь, то ну, нормальным людям, у меня там 170 сантиметров рост, ну, ширина грудной клетки, ну, дышать будет тяжело. Вот при таком положении мне было дышать нормально, но немножко непривычно. Это дело такое. Вот. Получается, чтобы поставить на вот эту часть руля, которая более узкая, нужно что-то колхозить. Ну, Чеки Джан не дал в комплекте никакой резины. Поставил я эту, зажал, в принципе, зажал до упора. Вот. Держится хорошо, оно не гуляет. Значит, лежак не гуляет ни так, ни вверх, ни вниз. То есть, в принципе, все нормально. Этой трубки мне хватило более чем. Ну что, и еще интересное, он где-то там свистит, когда едешь, это раз. Второе, это не лежак на руль шоссейного велосипеда, точно такой же лежак можно ставить на кроссовик или даже на МТБшник там с агрессивной резиной, и он будет ехать. Нюанс в чем, значит, китайцы, ну, очень качественно покрашен, все выглядит хорошо, но толщина трубок вот в этом месте и в этом отличается. Написал я на Алиэкспрессе ай-яй-яй, открыл спор, и мне восстановили целых 6 условных единиц. То есть он мне обошелся в 23,8, как-то так, 23,8 доллара. А на предыдущем видео, опять ссылочку, вот я смотрел за, там под 90 долларов лежак был, тоже неизвестной фирмы. Ну, по крайней мере, FSCBB, где она там, так, JB Bicycle, она там FSCBB называется, так. Это китайский бренд, то есть Китай делает для Китая. Ну и для нас с вами. Ну что могу сказать, рекомендую к покупке тем, кто любит ездить далеко и быстро. Вот так вот. Рекомендую покупать вот у этого Чеки Джана, то есть. И если он будет там что-то неправильное выдавать,
забирать с него спором назад какую-то часть денег. Ну, собственно, что, буду заканчивать, еще покажу просто. Вот сумочка Росвелла, который был обзор, ссылочка. У нее сзади нашивочка, и вот этот Бэтлик тоже такого вот голубого цвета. Не сильно я его жалую, но тем не менее оно как-то все, реально весь велосипед получился в цвет. Как-то так. Ну что, на этом все. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь, кто не подписан. Желаю вам хорошей ровной дороги. И всего самого лучшего. Ваш дядя Вова. При езде оказалось, он немножко вот свистит. Я не знаю, где свистит. Ну, вряд ли здесь. Скорее всего, в этих вот отверстиях. Там вот оно такое есть отверстие. И у меня возникла идея поставить сюда какие-то то ли турбинки, то ли свисточки какие-то. То есть, чтобы ехать. Ну, бывает, ты съезжаешь с горки там, и оно будет гудеть, свистеть. Это будет прикольно. Кто умеет и знает, подскажите, где можно эти гудочки достать или свисточки, что сюда подойдет.